Не поставил счетчик на воду, плати с повышающим коэффициентом. На пресс-конференции в жилищном комитете прокомментировали новые квитанции по квартплате. По сравнению с прошлым годом, этой зимой квартплата вырастет на 23%, а по сравнению с летним периодом – на 60%. К этим и без того неоптимистичным цифрам жилищники добавят повышающий коэффициент на оплату воды для тех, в чьих квартирах нет приборов учета. Таким образом, в комитете хотят напомнить, что поставить счетчик – это обязанность граждан. Сейчас такими приборами в Петербурге оснащена только половина квартир. Это обязанность граждан установить приборы учета, прописано в 261 федеральном законе. К сожалению, у нас законы не совсем граждане добросовестно исполняют. В жилищном комитете продемонстрировали примеры начисления, где сумма по счетчику намного меньше, чем без него. Сейчас повышающий коэффициент равен 1,4. С 1 января будет 1,5. В квитанции на оплату коммунальных услуг он стоит отдельной строкой. Собранные таким образом средства планируют потратить на повышение энергоэффективности и на работу управляющих организаций.